Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Давай выполним упражнение 229 на странице 178 учебника по русскому языку для первого класса автора Климановой. Прочитайте диалог. Какие знаки препинания должны стоять в конце предложений? Запишите диалог правильно. Диалог называется «Храбрая собака». Собака, что лаешь? Это предложение содержит вопрос. В конце предложения мы должны поставить вопросительный знак. Волков пугаю. Это предложение содержит сообщение. Мы ставим точку. Собака, что хвост поджала? Опять это предложение содержит вопрос. Мы ставим в конце вопросительный знак. Волков боюсь. Это предложение содержит сообщение. Мы в конце его ставим точку. Понравилось видео, ставь лайк и подписывайся на наш канал. Есть предложения и пожелания, оставляй в комментариях. Со всеми прощаюсь. До следующего видео.